В Павлодарском районе в этом году планируется провести водоснабжение в 6 селах. Строительство водопровода реализуется в рамках государственной программы «Нурлы-Жер». На эти цели выделили из республиканского и областного бюджетов 1,5 миллиарда тенге. Подробнее о перспективах развития района в следующем сюжете. В этом году валовый выпуск продукции в сельском хозяйстве в Павлодарском районе достиг 14,5 миллиардов тенге. Общая площадь орошения по району составила около 13 тысяч гектар. В 2020 году завершены 8 переходящих в небюджетных проекта. 4 из них – это строительство молочно-товарной фермы в Луганском, Григорьевском, Рождественском округах и селе Ольгинка общей вместимостью более 1,5 тысяч голов. Сумма инвестиций составила 2 миллиарда тенге. Кроме этого, у нас в Заринском сельском округе завершено строительство откорм площадки на 200 голов КК «Манас» на сумму 3-4 миллиона тенге. И двумя крестьянскими хозяйствами «Андас» и «Заря» введены орошаемые участки на площади 1200 гектар. Объем инвестиций составляет более 400 миллионов тенге. Кроме того, в районе проводится большая работа по созданию условий, не отличающихся от городских для сельских жителей. Проводится водо- и теплоснабжение. В целях обеспечения жителей многоквартирных домов централизованным водоснабжением и теплоснабжением, вы знаете, это проект под эгидой партии «Нур Отан» проходит в селе Новочерная Арка. В настоящее время проводится строительство новой котельной на 651 миллион тенге. Сейчас идет уборка овощей. К работе привлекаются люди почти со всех районов области. Для сохранения культуры требуется бережная ручная работа. Если вы заметили, порядка 100 машин во время уборки находится на Черноярском массиве. В связи с тем, что действительно очень много людей приезжает к нам с других районов, с Успенки, с Теренколя район, с Ахкулы ауданнан, Павлодар ауданнан, с города. Ну, действительно, главный огород требует больших усилий, ручной работы. Также аким района отметил, что одна из важных целей на будущее – это наладка кормопроизводства. Планируется сеять помимо овощей и кормовые культуры. Сабин Рахимбай, Ертыс Ахпарат. Вы смотрите Ертыс Ахпарат. Далее в выпуске. В каком учреждении установлено сплошное видеонаблюдение? Как карантин повлиял на количество разводов? Почему очередь на жилье движется вниз? –